моем регионе, я считаю, происходит этноцид по отношению к моему народу. Мой отец отказался продавать дом угольной компании. Его дом сожгли. Я сам не знаю, я никому плохого не делал, и мне никто и плохого не делал. Но я здесь родился, это мой дом был. Загрязняются реки, воздух, леса. Мы убираем кедр, тот, который мешает экскаватору. Наша Кемеровская область вообще на нас внимания не обращает. Продали нас, всех жителей, просто без нашего согласия, продали вот этому дяде. Все увидели, что это уже стабильно работающее предприятие, которое не просто пришло в Кузбасс на день или на два, оно пришло на то время, которое обозначено лицензией, которое обозначено законами Российской Федерации.